эфир 24KZ продолжает выпуск новостей. В студии Потакос Саркулова. Здравствуйте. Казахстан Тебржола совместно с ведущими мировыми компаниями ведется работа по реализации проекта «Умная железная дорога». Внедрение новых решений позволит увеличить пропускную способность железной дороги, оптимизировать расход топлива и повысить безопасность движения поездов. Об этом президенту сегодня доложил глава нацкомпании, сообщает пресс-служба «Аккорды». Другие детали проекта не сообщаются. На встрече с президентом Нурлан Сауранбаев отметил, что в прошлом году грузооборот увеличился на 7%, а объем транзитных перевозок вырос на 18%. В главе государства также была представлена информация о завершении строительства грузового терминала в сухом порту города Сиань, расположенном в крупнейшем логистическом хабе Китая. Он обеспечит стабильный грузопоток в направлении нашей страны и откроет для казахстанских экспортеров доступ на новые рынки сбыта. Президент, в свою очередь, акцентировал внимание на развитии транспортно-транзитного потенциала нашей страны. Казахстан занимает 8-е место в мире в рейтинге ООН по предоставлению онлайн-услуг. Такие данные сегодня были озвучены в ходе цифрового форума Digital Алматы. В прошлом году в режиме реального времени в Казахстане было оказано порядка 50 миллионов государственных услуг. 45 популярных среди казахстанцев сервисов доступны через приложения банка второго уровня. К примеру, доля онлайн-продаж автомобилей в этих приложениях выросла до 75%. Сегодня на площадке Digital Алматы были презентованы цифровые инструменты в государственном управлении страны. Как отмечают эксперты, Казахстан готов делиться опытом в этой сфере с другими странами. Был первый успешный экспорт продуктов ЕГОВА, экспорт продуктов электронного пристава Казахстана. Это первой страной стал Таджикистан, мы передали туда уже 3 продукта. Учитывая наш статус, мы считаем себя обязанными делиться знаниями, делиться готовыми продуктами. Эта история не про деньги, это история про обмен опытом, про то, что мы, достигнув текущего уровня цифровой трансформации, готовы делиться с другими странами. Казахстанские дети начали получать первые выплаты из национального фонда. Как пояснили в ЕНПФ, на их счета начислена одинаковая сумма. Это чуть больше $100. Хотя ранее говорили, что сумма будет больше. Минфине объяснили, цифры изменились из-за прироста населения. Всего на счета отправили $695 миллионов. В ведомстве отметили, ежегодно выплаты будут увеличиваться за счет роста активов и получения инвестдохода. В достижении совершеннолетия деньги можно будет потратить на оплату образования и улучшение жилищных условий. Полную эффективность этой программы получат дети, которые участвуют в этой программе все 18 лет. Поскольку вот инвестиционный доход, 50% инвестиционного дохода средневзвешенный, он сложился 695 миллионов долларов. И количество, простая арифметика, это все было предсказуемо, что прирост населения идет по 400 тысяч. То есть в следующем году также мы ожидаем прирост, естественный прирост населения. Соответственно, перед нами стоит очень большая задача по увеличению этого инвестдохода. Сенаторы сегодня одобрили законопроект, ограничивающий использование смартфонов и планшетов во время уроков. Норма нацелена на улучшение качества образования. Согласно исследованию, на которое ссылаются в Минпросвещение, мобильники отвлекают школьников от занятий, и это негативно сказывается на их успеваемости. Вопрос же не в этом, вопрос в том, чтобы сотовые телефоны, смартфоны, они не нарушали учебный процесс и обеспечивать качество учебного процесса. Мы сегодня же говорим о том, что по ПИЗа уровень-то грамотности наших детей, он ниже сверстников в странах УСР. И по читательской грамотности где-то минимум на года на три отстают наши дети от своих сверстников. Речь идет о том, чтобы обеспечивать эффективный учебный процесс. А что касается каких-то доказательств буллинга или нарушения прав детей, здесь должны быть другие инструменты, ну, возможно, и камеры. Если в организациях образования правилами внутреннего распорядка уже данные вопросы во многих урегулированы, когда ребенок не может не пользоваться и созданы специальные ячейки, в таком случае ребенок будет хранить там. Если этих условий не создано, ребенок может хранить свой телефон в своем портфеле. Многие родители видят в этом угрозу, что они не смогут своевременно связаться с ребенком, что ребенок по своей необходимости не может позвонить своим родителям по каким-то своим личным проблемам. Это не будет мешать. Ограничение вводится только на момент самого урока.
Наркобизнес привлекают все больше несовершеннолетних. Только в прошлом году на сбыте запрещенных веществ поймали больше 40 подростков. Ситуация неутешительная, говорят полицейские. Алишер Ашимов продолжит тему. Требуются курьеры. Таких объявлений в интернете пруд-пруди. Это, пожалуй, самая востребованная вакансия среди несовершеннолетних. Особых навыков не требуют, да и на возраст редко кто смотрит. Правоохранители предупреждают чаще всего за объявлениями, где обещают легкую работу и большие деньги, скрываются предложения от наркосбытчиков. На подобное наткнулись и мы в одном из мессенджеров. В ответ на запрос собеседник рассказал, в чем заключается суть работы курьера и сколько за нее платят. В прошлом году при сбытии наркотиков задержали свыше 40 подростков. С начала этого уже 4. И теперь вместо учебы им грозит тюремный срок. Буквально на днях при проведении оперативно-розыскных мероприятий в городе Ахтубе задержан несовершеннолетний ученик 9 класса. В ходе обыска обнаружены свертки с веществом в количестве 48 штук. Важно подчеркнуть, что за сбыт наркотиков законодатель предусматривает уголовную ответственность с 14-летнего возраста, а наказание может достигать до 10 лет лишения свободы. Вчера мне позвонила мама. Она сказала, что сын, 18-летний сын, искал работу, нашел якобы хорошую работу, но мама не знала, что он устроился закладчиком. В итоге стало известно, что данный молодой человек сам употреблял и тот товар, условно говоря, да, который он должен был там донести до пункта Б, допустим, он сам употребил и денег не отправил. Его нашли. Избили до полусмерти. Таких случаев у нас, я говорю о факте, единичном случае. Таких фактов у нас очень много. В этом направлении стражам порядка помогают волонтеры. Встречаются со школьниками, проводят различные акции, хакатоны и профилактические беседы. У нас прошел республиканский хакатон именно с участием IT-молодежи, которые разработали проекты по борьбе с наркозависимостью либо распространением синтетических наркотиков. Закрасили более 5000 наркографити по всей республике. Такими мероприятиями охватили свыше 700 тысяч молодых людей. Всего за прошлый год полицейские выявили 81 факт рекламы наркотиков. Заблокировали больше 6000 сайтов с информацией о запрещенных и психотропных веществах. К слову, список последних пополнился 13 новыми препаратами. Алишер Ашимов, Мирей Талап, Серик Конорбаев, Ербол Даиров, 24KZ. Усилить защиту сотрудников сферы здравоохранения призывает сенатор Хамангельде Тулемисов. По его словам, назрела необходимость ужесточить наказание за покушение на врачей и проявление агрессии в адрес медиков. По словам парламентария, в настоящее время нет специальных норм закона, защищающих медработников, как, например, полицейских. Напомню, на днях резонанс в обществе вызвало видео с избиением водителя скорой помощи. Это произошло в Караганде. Нападавшего до сих пор не задержали. Он находится в розыске. К сожалению, подобные случаи не единичны. Пока медицинские работники ежедневно борются за жизни миллионов людей, они не знают, откуда им самим ожидать рисков для своей жизни и здоровья. Просим приравнять статус медицинских работников к статусу военных и сотрудников внутренних дел для предотвращения воспрепятствования их деятельности. Важно оснастить машины скорой помощи регистраторами и принять комплексный мер по обеспечению безопасности медработников и пациентов медучреждений. И о событиях в мире. Около сотни тракторов со всей Бельгии и соседних Франции, Нидерландов, Люксембурга и Германии въехали в Брюссель. Сегодня там должен пройти экстренный саммит ЕС. Цель – повлиять на решения лидеров по сельхозполитике. Перед зданием Европейского парламента активисты жгут покрышки и коробки. На месте работает наш собственный корреспондент Жанат Эрнст. Жанат, здравствуйте. Расскажите, какая сейчас обстановка в городе? Добрый день, Батагоз. Здравствуйте, студия. Да, действительно, обстановка сегодня чуть накалена в Брюсселе. Мы сейчас находимся на пляс Люксембург. Это площадь прямо перед зданием Европейского парламента, где сейчас сосредоточена большая часть сельхозмашин. В основном это тракторы, которые прибыли сюда накануне и сегодня для того, чтобы хоть как-то повлиять на решение Европейского саммита, работа которого начинается буквально с минуты на минуту. По разным
оценкам, количество тракторов от 120 до 150 сейчас. Буквально вот справа, сзади меня жгут резиновые покрышки. Впереди, перед нами жгут тюки с сеном. Таким образом, протестующие пытаются показать свое отношение к все более растущим затратам на производство сельхозпродуктов, на растущие затраты в связи с тем, что Еврокомиссия и лидеры страны ЕС собираются принять решение по введению новых экологических и сельскохозяйственных стандартов, а также против дешевого импорта сельхозпродуктов из стран, где эти стандарты еще не работают. Студия. Жанат, скажите, если у вас есть еще вопросы, мы готовы ответить на них. Вот скажите, а что говорят парламентарии? Вообще реально прийти к какому-то консенсусу с протестующими? Да, есть пока информация о том, что буквально вчера, перед началом саммита, бельгийский премьер Александр Декро пообещал, что, скорее всего, решение о введении 4% пахотных угодий, сельхозугодий, которые должны остаться с начала этого года под паром, то есть 4% всех сельскохозяйственных земель фермеры не должны трогать. Начиная с этого года, скорее всего, это решение не будет работать. Эти же слова подтвердила накануне саммита и президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Но пока решения никакого не принято, поэтому фермеры, которые собрались здесь со всех близлежащих государств, соседних стран и со всей Бельгии, надеются на то, что все-таки эти стандарты не будут введены. Спасибо большое. Жанат, судя по звукам и видео, у вас там напряженная обстановка. Берегите себя. В следующих выпусках ждем от вас подробности. Напомню, на прямой связи со студией была моя коллега Жанат Эрнст. Спасибо. И вновь к событиям в нашей стране. Школьный автобус начал курсировать между пригородными дачными массивами и Усть-Каменогорском. В 7 утра учеников забирают на занятия, а к обеду привозят домой. Вечером родители встречают учеников второй смены на остановке. Раньше, чтобы доехать до школы, дети из дачных массивов «Коммунальники» и «Озеленитель» шли через лес 2 километра до ближайшей остановки. Это было небезопасно. С просьбой выделить школьный автобус жители неоднократно обращались к местным властям, но безрезультатно. Когда мы обратились в Аманат, уже нам помогли. Теперь у детей будет автобус, и дети наши будут безопасно добираться. Потому что до этого были случаи у нас, что дети, когда ходили пешком, у нас были на детей и нападения. Ну, всякое бывало, мы очень боялись отправлять. К этому часу у нас все. Больше новостей на нашем официальном сайте 24.kz. Всего доброго.